9 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось вручение внеочередной 8-й литературной премии имени Марины Цветаевой. В этот день ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был удостоен награды фонда «Общественное признание». Лауреатом литературной премии в номинации «Цветаевский мемориал» стала внучатая племянница Марины Цветаевой, Ольга Трухачева. Наследница поделилась цветаевскими музеями, семейными реликвиями, рукописями, записными книгами. Я делаю это не за награды, и делала всегда, и буду делать, как и бабушка, никаких наград в семье нет. Я обещаю, что я буду помогать дальше, что после меня все останется, архивы я не увезу с собой их в Америку, они все останутся здесь. На родине. В номинации «Исполнительское искусство памятной медалью и денежной премии» награждена актриса театра Светлана Романова. Зрителями ее спектакля «Последний день» по стихам Марины Цветаевой стали преподаватели и студенты. Закон звезды и цветок. Он такой красив, у него есть формула. Вот это поразительный человек, такие эмоции. Такое обнажение. Продолжая традицию цветаевских чтений, в ноябре состоится вручение студенческой премии. Аурелия Сташкова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз.